как обычно. Да. Боже, надо обновить. Резко обновить. Это мы я возьму. Привет! И я возьму. Привет, привет! Привет, привет! Здрасте! Здрасте! Оздоровляемся? Конечно! В первую очередь оздоровляемся обменом позитивной энергии. Понятно. А сегодня же должна быть наш Кожим прийти с Геннадием. Ну да, вот сейчас я говорю, идемте туда на лавочку. Там уже все растаяло. А там, да? Я думаю, мы здесь будем. Не, может, ну, они оттуда приходят. Угу. Так, сегодня без Кожима. Собачка не пришла. Хозяин пришел, собачка нет. Нет, сегодня нет. Очень нет, плохо. Поняла. Мы уже привыкли с собачкой. Вообще, что такое? Уже все, хватит, давай. Все, давай. Мама, девчата, по очереди. Да. Тамара хочет, не хочет заставить, да? Все, доброе утро. Обмен позитивной энергии, это просто... Доброе. Доброе, доброе. А я думала, вон уже другая собачка, уже думала. Так, сколько у нас тут было, Дим? Так, 123 мы там выставляем. Вон еще Люда бежит. Компания большая у нас собирается сегодня. Начинаем заниматься. О, растяжки, видите, какие. Доброе утро! Сегодня четверг. И вот такая у нас погода. И солнышко выходит яркое. А с другой стороны тучи такие темные сгущаются. И ветер. Холодно сегодня на улице, и ветер такой холодно, ой-ой-ой. А завтра нам ехать к Ане. Сегодня сейчас приготовлю завтрак и обед, а потом поеду в спортзал заниматься спортом. Та-та-ра-та-ра-та. Привет, Киев! Доброе утро, киевляне! Доброе утро, мои зрители! Привет вам из Киева! Ух, все, пошла домой, потому что холодно. Кто же сегодня, мне интересует, кто мне сегодня победит, тучи или солнце? Все равно очень приятно, когда солнышко. Такое настроение сразу бодрое. Иду в спортзал. Машина едет. Несу себя буквально. Так не хочется идти. А уже когда выйдешь, может быть, тогда лучше будет. Но сейчас Сашан сзади. А пахнет как, вы себе не представляете. Вот за... еще вот иду в сторону Домина Спиза называется. Видимо, они пекут пиццу. Когда не сидишь на диете, вроде бы ничего нигде не пахнет. А так, одни вкусности. Ой, ветер. Ладно, пожелайте мне удачи. Хорошо потренироваться. Походила на беговой дорожке 40 минут. 10 минут на арбитреке. Еще немножко позанималась упражнениями на трицепс. Видите, висит, надо его подкачать. Во-первых, делаю упражнения, которые с гирями и назад вот так вот руку. А второе, там есть специальный тренажер, может, покажу я в следующий раз.
Что у меня тут творится? Вот, сейчас я вам еще, знаете, покажу, какие полотенца выдают. Вот такие. Сейчас вот еще. Два полотенца, это в сауну идти и так вытираться. Хорошо, это, мне кажется, новые. Совершенно даже не стиранные, а новые. Вот. Наши шкафчики. Такие. Вот. Обычно взяла кроссовки. Видите, какие они у меня уже старые. Я брала новые кроссовки свои. Но они мне натерли мозоли. Пришлось взять вот такие вот страшные на свои старые. Это не чистые, только они старые. Потертые сильно. Всем добрый вечер. Сегодня буду снимать в новом формате. Я не знаю, напишите, как вам это я... Как всегда, испытываю новый. Ну, уже не испытываю, но все время он у меня крутится. Как это называется, господи? Новый стабилизатор. Вот. Пришла уже я из спортзала. После того, как бы была на... Я вам показывала уже, как я была на беговой дорожке и на арбитреке. Сегодня мало позанималась. И в осенний еще искупалась. Ой, так кайфовала, так прям плавала. Ой, так хорошо. После этого тоже чувствуешь себя просто классно. Ну, просто я же говорю, донести себя вот до спортзала самое главное, а дальше уже хорошо и пойдет. Еще вот вечером, думаю, досниму видео, покажу, чем мы обычно вечером питаемся и... Что я завтра готовлю, потому что я завтра уезжаю, а здесь будет дома, и где-то к обеду, чтобы уже было готово. Я, чтобы пообедала, успела поехать, и Азиз тоже, чтобы завтра пообедал. Сейчас пойду принесу тыкву. Как это все установить, не знаю. Из Канева привезли тыкву, уже осталось вот столько ее. Я ее обожаю просто. Грейпфрукт. Ой, включим. Грейпфрукты. Это мы так питаемся вечером. Я люблю тыкву и овощи на вечер. А здесь тыкву не любит и продолжает кушать гречку. В обед может гречку покушать, вечером. Ему так нравится. Ну и слава богу, гречка очень полезная. Поэтому он кушает гречку с грудкой вечером. А я ем вместо гречки тыквы. Очень мне нравится и в обед, и вечером. Особенно вечером. Вот тыкву сейчас буду резать и буду говориться. Наверное, все знают, как чистить тыкву. Так, сейчас покажу. Сейчас вот так покажу. Тыкву. Арабатская. Такая длинненькая. Ну, от Васи я еще и круглую взяла. Вот делю ее на кусочки вот так сначала, потом чищу шкурку, чищу вот так шкурку и укладываю в кастрюлю сразу же. Ну, я же ее помыла, домоем. Я даже крупными кусками делаю, даже больше могу делать кусочки. Вот, и после того, как это все я чищу, укладываю в кастрюлю и обычно варю. Чуть-чуть присаливаю и обычно варю. Это мне так нравится. Когда она сварится уже, я... Так. Стабилизатор не хочет уже меня показывать. Вот. Вот даже вот такими кусками получается. Укладываю в кастрюльку. И варю до готовности. И получается, и ну, кто любит тыкву, кто-то же не любит, но это же самое полезное, как сколько я читаю, так тыква самая полезная. Здесь очень много витаминов, очень всего полезного. А самое главное, чувство сытости появляется. Вот в кастрюльку, когда она сварилась, воду я не наливаю много.
Ну, сейчас, наверное, вам покажу, сколько я туда воды лью. И после того, как она сварилась, воду выливаю и делаю пюре. Делаю пюре. Посмотрите, вот такими кусками даже. Вот. Побольше даже варю. Потом воду слила и туда добавляю. Даже знаете, что я добавляю? Сливки немножко добавляю. Ну, немножко совершенно. Потому что я считаю, что от вот жирных тоже, вот таких вот, как сливки, нельзя отказываться. Чуть-чуть, я думаю, что можно одну ложечку, допустим, столовую. Ну, смотря на сколько, конечно. Поджарку не делаю, поджарку не делаю. И вкусненько, и сыто. На вечер наелся, немножко куриной грудки потом положу и наелся. Ну вот за вчерашний день я похудела на 100 грамм. А вообще получается вот за этот февраль месяц, чуть-чуть января, наверное, я вот точно, у меня записи есть, я уже потом вам покажу, с какого числа я начала худеть. Я посчитала, что я уже на 7 килограммов похудела. Очень медленно, конечно, как хотелось бы, уже все килограммы сразу ушли. Ну вот, хотя бы так, и то радуюсь, знаете, взвешусь, ушло 100 грамм, я радуюсь. Хотя бы не больше, и то радуюсь. Вот так вот питаюсь. Сейчас еще дальше покажу, что я делаю. Сейчас поставлю вариться тыкву. Еще хочу сказать про грейпфрут. Я читала или смотрела я в интернете, что очень полезен чай, самый полезный чай для похудения, это из грейпфрута вместе с внутренними перегородками, перепонками, очень полезный чай для похудения и сбрасывается много килограмм. Но вы знаете, я заварила. Он такой горький, что его невозможно пить. Поэтому я не смогла. Ну, может, вы сможете, но я не смогла. Вот еще отварила грудку. Отварила грудку, как бы опять-таки вам показать. Ай. Отварила грудку, и сейчас я ее буду нарезать. Большими. Даже можно, конечно, руки же чистые. Можно даже их просто вот так вот разделывать. Курицу это я заранее на завтра. Еще чтобы Азизу осталось. Ну мы так, помните, Азиз рулетики еще делает. Еще как-то по-разному делаем. Но ему больше всего нравится, когда даже вот так обычно. Кусочками, побольше даже. Но мы много не едим. Допустим, на одну порцию, я вам сейчас покажу, сколько это. На одну порцию. Где-то, ну, Азиз побольше, я поменьше. Сейчас. Самое главное, что я и спортом занимаюсь, и хожу на воздухе, больше стараюсь. И худею меньше, чем Азиз. Что значит молодой организм? Вот столько ест Азиз. Я ем вот столько. Вот. Я еще это тыквенное пюре. А Азиз с гречкой. Ну, гречки совсем немного. И салатик. Вот так я приготовила. И стеклянную посуду. Я не знаю, можно, конечно, судочки. У нас дома есть судочки. И можно было бы пищевые судочки. Но почему-то мне кажется, что судочки немножко все равно вредные. Поэтому я в стеклянную посуду. Продаю даже специальную стеклянную. И сверху тоже пластмасса. А я пищевой пленкой. Не знаю, пленка тоже. Ну, пищевой пленкой так накрываю и все. Или в судочки. Ну, вот и вот таким образом храним в холодильнике. По утрам вареные яйца обязательно. Или делаем омлет, или яичницу. Ну, мало очень масла. И по утрам яйца обязательно. Можно с кашкой какой-то, можно без. Тоже это не важно. Я думаю, что чаще всего делаю каши еще какие-нибудь, там ложку, две каши. В обед мы едим гречка и грудка.
Это обязательно. Или любая каша. А здесь не изменяют свои гречки. А я бывает, что разные делаю салаты. И гречку, рис. Я люблю разное. Я не люблю одно и то же все время. Вот. Хотя я когда-то сидела на супе гречном. Мне очень нравилось. Вот. А сейчас что-то вот мне хочется разнообразия. Вечером тоже или грудка. У нас не получается по 5 раз. Вот нужно 5 раз кушать, но не получается 5 раз. У нас получается 3, максимум 4 раза. Вот в 6-7 часов мы заканчиваем уже ужинать. Пришла со спортзала и кушать хочется. Я сразу же грейпфрукт половинку вот так отрезала и почищу, и съедаю грейпфрукт. Утром тоже водичку обязательно. Кстати, я забыла сказать, что когда утром просыпаемся, сейчас вот я стала делать такую немножко горячеватую, такую теплую водичку, даже немножко горячеватую. И Азизу тоже даю, и себе, и мы пьем по стакану. Хотя нужно, по-моему, побольше ее пить. Единственное, не могу заставить себя много пить воды. Азизу набираю бутылку, или он сам себе набирает бутылку, и он выпивает где-то 1,5 литра, он выпивает. Я пью стаканами, как только начинаю пить, мне даже кажется, что у меня даже в ушах вот как будто, знаете, вот когда в воду нырнул и закладывает уши. Вот мне тоже такое ощущение, когда я начинаю пить воды, я не знаю, напишите, может, у кого-то тоже так же. Почему оно у меня так происходит? Такое ощущение в ушах, как будто бы вот закладывает уши, когда начинаю пить воду. Может, от того, что это не от воды, а от того, что я глотаю, и вот в этом месте происходит. Ну, не нравится мне пить, конечно, заставляю, но очень тяжело мне дается воду пить. Вот и все. Вот так вот мы питаемся, стараемся. Не знаю, как мы еще дольше, как будет в дальнейшем, но мы настроены серьезно. Завтра опять мы в Канев едем. Кстати, в прошлый раз, когда мы были в Канев, я не поправилась. Вот как была столько же килограмм, столько же, и приехала, и не поправилась, потому что очень боялась, потому что там очень много вкусняшек у Гали с Васей, поэтому боялась, что я поправлюсь. О, у меня там кипит. По-моему, даже воды я много налила сегодня в тыкву, потому что сейчас на большом огне начинает сильно выкипать вода. И уже после того, как она наполовину выкипит, я поставлю тише. Или, может быть, даже солью водички. Ну, то есть, чтобы, знаете, не воды, чтобы немного было, потому что мне жалко того сока, который в тыкве, что он уйдет весь в воду. Вот. Сейчас пришел преподаватель по гитаре, со Светой занимается. Света упорно продолжает заниматься. Почти в 60 лет. Света 50 с чем-то, она начинает учиться на гитаре, и у нее уже неплохо, кстати, получается. Даже мне очень нравится уже, как она, мелодия у нее получается. Слушаем. Раньше если дрынь-дрынь-дрынь-дрынь, то сейчас хорошо получается с музыка. Ну давайте вместе со мной начинаем просто хотя бы ходить пешком. Вот я вам показываю, чем я сейчас питаюсь, и это оказалось очень просто. Самое главное — настроить себя и кушать. Самое главное — кушать. Если сильно голодный, хоть 5 раз в день кушать, но понемногу. Ну, не как понемногу. Мы едим нормально. То есть 2-3 ложки, 2-3 ложки гречки. Ну, вот так, чтобы вот маленький вот помещалось вот так вот. Салата побольше. Кстати, если салата, я даже больше, чем вот 2 ладони. Я не мерю, не измеряю, сколько граммов, сколько килограммов я беру. Просто вот взяла тарелочку, положила. Вначале больше было, сейчас чуть уменьшаю. Так вот обманываю свой организм. Ну, вы знаете, уже даже и привыкла,
как-то уже сильно даже не хочется. Когда сильно хочется кушать, я вот такой вот из тыквы пюре, или я еще из брокколи капусты, из цветной капусты. Тоже вот мы показывали вам, тоже делаю и суп-пюре, и просто пюре. И тоже прекрасно, замечательно. И желудок вроде полный, да, и наелся. А самое главное, если прибавить грудку, то сытно еще. Можно даже немного, я же говорю, немножко по чуть-чуть уменьшаем. У меня бывают такие дни, когда я занята и, допустим, не могу много ходить. Или там, ну, немного, а так нормально, чтобы 2-3 километра, да, походить. Или там в спортзал не пойду, или на скандинавскую не пойду. Все, вес останавливается и не туда, и не сюда. Поэтому мне приходится сейчас двигаться больше. А вот даже придумывая себе какие-нибудь причины, чтобы пойти в магазин, или, я имею в виду, вот пошла там для поделок, нужна баночка какая-то купить, или цветочки посмотреть, или там удобрения посмотреть. И вот хожу. Я вот уже вам говорила и повторюсь, что очень мне нравится в бассейн ходить. В бассейне, ну, просто вот кайфую, как называется, да, я в спортзале так хорошо позанимаюсь, как мне кажется, да, как я могу позанимаюсь, сейчас не усиленно, но вот я вам говорила, эту часть рук тренирую немножко, вот. Все равно через 3 подхода делаю, вот на, там есть такой тренажер, который 3 подхода, вот его вниз вот так вот надо. Вот 3 подхода по 12, а сегодня даже третий раз сделала почти 25 раз. Каждый раз буду увеличивать. Но кроме того, что я еще гантелью вот так вот делаю. Вот. Так что посмотрим, что у меня получится. Не хочу, чтобы сильно провисало здесь, как мешок. Вот он уже сейчас у меня, видите, начал провисать. Ну, может, будет висеть. Ну, пусть висит, а что делать? Главное, чтобы похудеть и хорошо себя чувствовать. И хочется, конечно, и хорошо выглядеть, но больше, конечно, для здоровья. Будет здоровье, будет все. И будет хорошо моим близким, если я не буду болеть, и сыну моему, и сестрам моим. А если когда болеешь, когда в больнице, когда вот тяжело ходить, конечно же, им тоже. Буду стараться. Очередной раз, получится или нет, посмотрим. Но я думаю, в течение года, может быть, я похудею. Ну вот, пленочкой закрыла. Поставлю сейчас в холодильник. Тыква у меня еще варится. Все, всем пока-пока. До скорых встреч. Едем в Канев, не забывайте.